На прошлом выступлении Константин Меладзе отметил Настю Кожевникову как самую лучшую в тройке. Отдельно хотел бы отметить Настю Кожевникову. Вас не было видно страха, не было видно волнения. Я не знаю, почему не выделили. Ну, наверное, потому что, значит, была в чем-то лучше. Сначала Настя не верила в свои силы и очень боялась потеряться на фоне сексуальных напарниц. Я изначально думала, что девочки как-то будут меня давить. К тому же Надежда Мейхер-Грановская на кастинге сказала, что у Насти не виагровская внешность. Лицо совершенно не виагровское. Но как только заполучила тройку, стала исправлять этот недостаток. Делаем шоколадный. Вот а-ля Надежда Мейхер. Ура! Благодаря Надежде, работе стилистов и дизайнеров, Настя из юного дарования превратилась в женщину, которая достойна стать секс-символом СНГ. Но чем ближе Настя к мечте, тем дальше она от своего любимого. Я сейчас нахожусь на расстоянии с моим молодым человеком, и мне тяжело. Почти за 2 месяца проекта влюбленные виделись всего один раз. Он приходил на репетицию. Мне сказали, нельзя, но я вот как-то, чтобы меня не видели, подползла к нему. Потому что мне безумно хотелось его увидеть. Я уверена в том, что чувства мои очень сильны. Но, увы, те чувства к сцене, они меня перебарывают. Победа в шоу будет означать плотный гастрольный график и, скорее всего, расставание с любимым. Если все лично у меня получится, то нам придется друг друга отпустить. Парень Насти приходит на каждое выступление, чтобы поддержать свою любимую. Понимаю, что я с ней потом в дальнейшем не смогу практически видеться. Ради ее счастья я должен ее поддержать и все. Девушки не знают, что они должны выступить с Валерием Меладзе. Смогут ли они сориентироваться и исполнить сложную песню? 4, 3, 2, 1. Игра окончена.
аплодисменты! Анастасия Кожевникова, Эрика Герцег, Миша Романова и, конечно же, Валерий Меладзе! Ну, наставница, дождалась? Да! Аж подпрыгнула! Да вообще! Так я, понравилось? Ну это же очень такая давнишняя песня, это особая ностальгия и особенная песня для меня. Поэтому, девчонки, я вас обожаю! Вы просто умницы у меня! Я вас люблю! Спасибо большое! Ну, они чувствуют вашу любовь. Ну, Валер, ну, ты просто прекрасен. Я, тем не менее, смотрел в вашу сторону и вспоминал, как это было, когда мы были вместе. Да. Да, мы были вместе. Но это было по-другому, надо сказать. По-другому? Тогда была другая немножко энергия, а это какая-то новая энергия. А, Анна? Я была безумно счастлива сегодня. И я сегодня увидела рождение новой артистки для меня лично. Эрика, ты сегодня была великолепна. Ты была прекрасна, правда, Эрика, молодец. Спасибо большое. Спасибо большое наставницам за комментарии. Огромное спасибо Валерию Меладзе. Спасибо девчонкам. Это вас ждет Вера Брежнева. Пока. Спасибо. Удачи. Браво! Хочу спросить у вас. Вы выступали сегодня с Валерием Меладзе. Каково это было? Мы очень переживали, потому что я лично думала, что мы померкнем просто совершенно. Но было так уютно на сцене, так комфортно. Вы так нам помогали. Было просто супер. Мы просто кайфунали на сцену. Так что новое слово. Кайфунали мы. Как когда-то у нас получилась песня «Океана три реки» и «Притяжения больше нет». Это была фантастика, это был прорыв, мне кажется, для всех, для нас. И то же самое повторяется это сегодня, я опять это делаю.